Артем, расскажи, пожалуйста, про свой Волгарь, и я на самом деле подглянул под капот, у тебя там все очень красиво. Давай историю про свою машину, можешь немного про себя, и потом покажешь нам, что у тебя под капотом. Ну, начнем с легенды этого автомобиля. Этот автомобиль жил в Америке в 70-е годы, опять же напоминаю, это легенда. Затем про него забыли, он жил в амбарах, никто о нем не помнил, и в наши дни вдохнули в него в новую жизнь, а новую жизнь, опять же, американскую, то есть наполнили двигателем LS1 и плюс коробка L4L65, и плюс укорочен мост Ford 8.8. В общем, такой набор, такой действует и сейчас в нашей. Все понятно, да? Вот девушка все понимает. Артем, ну скажи мне, пожалуйста, а ты на треке на нем рассекал? Или это так, чисто выставочный экземпляр вот для тебя уже? Я думаю, это будет не выставочный экземпляр, просто он вновь созданный, собранный. Поэтому сейчас, как бы можно сказать, это его обкатка, а дальше, да, на трек. Вы его только собрали, слушайте, ну прям конвенции подготовились. Давайте Артему пошумим. Действительно, помимо того, что тачка выглядит внешне очень круто, открывай капот. Сейчас вы видите, какая там действительно красота внутри. Вы посмотрите, как все четко, как все красиво. Ни капельки, ни вообще лишней жидкости. Артем, забирай микрофон и рассказывай. В общем, весь мотор и нижняя часть всего, это траковая часть, то есть 5.3 Vortec LM7, накрытая впуском от LS1, но, как говорил ранее, коробка 4.65, то есть машина выдержана в канонах американского стиля. В общем, я считаю, это true проект, надеюсь, и вы оцените по достоинству. Это Иисус и Сын. Боже мой! Так, все, так что голосуем! А что, как голосовать? Лайк за Шеви, как Шеви вот. А мне не дали, каждый раз. Так, кстати, номер сейчас скажу, автомобиля какой? 83. Нет. Номер 17 в голосовании, так что отмечайте, пожалуйста. Не забывайте. А если продавал, за сколько продал? А не продал, потому что душу вложил. Ну понятно, все так говорят. Вложение. Продай душу. А потом ипотека и все дела. Отмазки у всех стабильные. Пока нет. Пока. Дом у моря, все хорошо. Артем, слушай, ну спасибо тебе большое за то, что ты нам показал. Теперь можешь немножко бернаута, а? Немного подымем. Давай. Давай. А, слышно, да? Ах, какой движок, а какой выхлоп. Супер, супер, супер! Спасибо! Какой выхлоп, а! Мега тачка, мега аппарат! Спасибо, пошумим в тюме! Спасибо, бро! Спасибо!